Ты ведь Нора? Да, ты похожа на охотницу. Мир за пределами. Земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем он меня убивать? След Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит за все и за всех. Thank you.
Прячься, девочка. Испортишь нам веселье. Что? У каждого свой мотив. Может, ты убиваешь, думая, что должна? Я понимаю. Один мой напарник горевал всякий раз, когда стрела находила цель. Во время охоты на разбойников его глаза не просыхали от слез. Охотишься на людей? Наемник, что ли? Я Нил. Я понял, где какая беда, там разбойники. Терзают сначала невинных, затем всех, кто попадется, а затем друг друга. Но зачем ждать? Мы можем поработать вместе. Перебьем их. Что скажешь? Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай, иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Что-то есть. Ко мне! Убьем ее! Yeah.
что-то есть? Тебе что, заняться Опа! Нечем? У нас потери! Эх, нашего замочили! Что это там? Ненавидел. Тут враг. Начинается. Thank you.
сигнальное устройство разбудит весь лагерь. И наверняка соседний тоже. Женщины. Если потерялась, меня не расспрашивай. Я стражник, а не городской глашатай. Лишняя тяжесть. Thank you.
надежно в городе. Возьму дорогу. Похоже, это падальщики собирают детали. Вечером арестовал двоих за нарушение порядка. Даже не спрашивал, чем они занимаются. Уж извините, но все товары подлежат досмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане.
Сколько еще ждать? Что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Что тут происходит? Олин где-то там. И Эрент. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрент сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда. Не рассчитывай туда попасть. Это из-за убийства. Что бы ни случилось, если пойдет и дальше, я через месяц разорюсь. Стоять! Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось-то? Убита капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале на них напали карха тьмы. Эрза? Сестру Эренда убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Позови его, это важно. Ха, едва ли Эренд, новый капитан авангарда, скорбящий брат, станет тратить время на какую-то чумазую. Элой? Ты жива? Я думал, погибла. Ну, расступись. Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо отпраздновать. Я угощаю. Надо поговорить. Наедине. И будь добр, приди в себя. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. С этого дня она может приходить и уходить, когда захочет. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? За эти дни многое произошло. На инициации на нас напали убийцы. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы на горе. Пришли воины, сказали, что почти все дети погибли. Как горько плакали твои родичи. Я до сих пор это слышу. Как ты спаслась? Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной. Из-за Олина. В каком смысле? Ерунда какая-то. Мне нужен Олин. Я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет. Он предатель. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, но я знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эрент. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. Он уже не первый день по руинам шарится. Может быть, где угодно. Есть места, где он часто бывает. Где его можно застать? Дома. В Меридиане. Покажи мне этот дом. Надо его обыскать. Ладно. Но только если в моем присутствии. Слышала про Эрзу. Мне жаль. Знаю, ты ее любил. Я любил. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Все слушались. И я тоже. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь... На ногах не стою. Я тоже потеряла близкого. На инициации он меня вырастил. Его звали Раст. Ужасно. Почему всегда, если случается что-то плохое, все начинают рассказывать тебе про свои беды, будто от этого легче? Да, загадка. Ну ладно. Ты о чем-то хотела поговорить? Отведи меня к дому Олина. Ясно? Ладно, ладно, пойдем. Столько людей, все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто пью. Девушка. Она из Нора. Видимо, теперь в город всех подряд пускают.
Тебе понравится моя команда, обещаю. Это, наверное, шпиль. Какой он огромный. Его совсем... Кровь за кровь! Отомстим за Эрзу! А Эрз так и будет прятаться во дворце! Год за годом он щадит тех, кто пленил нас и пытал, и убивал! Рэм, ты разве не хочешь справедливости? Твою сестру убили! Кто за нее отомстит? Еще одно слово, мразь поганая, и я лично потащу тебя в тюрьму! Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад! Что он имел в виду насчет Эрзы? Не сейчас. Как нам попасть внутрь? О, какая тонкая работа. Ну вот, только ничего не ломай. Ну, то есть кроме двери. Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья при дворе короля. Я хочу спросить. Ну так спрашивай. Ты бывал в гостях у Олина? Нет. Один раз только помог ему дойти до дома после пьянки. Ну, просто я-то, в отличие от него, умею пить. Ну, как правило. Ты точно в порядке? Я уже протрезвел, ясно? Не надо меня поучать. Я не об этом. Я про то, что произошло на улице с толпой. Я не хочу об этом говорить. Мы пришли сюда, чтобы узнать правду о Олине, так что этим и занимайся. Ты сказал, у Олина есть друзья при дворе? Он знаком с Королем Солнцем? Нет. Его нанимали в качестве разведчика. И еще он продавал знати свои находки. Но на аудиенции он никогда не был. Если ты права, и Олин не чист на руку, королю Аваду об этом ничего не известно. Я готов в этом поклясться. Осмотрюсь. За этим мы и пришли. Что такое? Ладно, посмотрим. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Посмотрим, что под ним. Откуда он тут взялся? Вопрос в другом, как его открыть? Без ключа никак. Этот люк делали мастера Азерам. Его не вскроешь. Это мы посмотрим. Такой люк ты вряд ли откроешь. Надо выяснить всю правду. Время.
Кажется, это семья Олина. Много сливков. Большой тяж. Ну-ка, подтолкнем. Я, кажется, попросил ничего не ломать. Их жизнь зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце. Они забрали его жену и ребенка. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Тут отмечены места, где он бывал. Похоже, Олин вел дневник. Олин? Я думал, он только контракты умеет читать, а он поэт? Так и есть. Олин знал, что меня хотят убить. Я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Проклятый предатель. Где ты научилась читать глифы? И эти образы, как ты это делаешь? Теперь я знаю, где искать Олина. Я пойду за ним. Что, в одиночку? Так будет лучше. Быстрее доберусь. Стой! Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха тьмы, я уже знаю. Но кто? Кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру. Но это твоя война, не моя. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, кто чуть не убил тебя, погубил твоих родичей. Ты ищешь справедливости, я тоже. Слушай, я пойду к Красному перевалу. Там нашли тело Эрзы. Буду ждать тебя там. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Красный перевал? Ладно, посмотрим. Здешние? Не знаю, что это за... Нора, как видно. Какие... Тоже на машины охотишься? Ну, в общем, да. Тогда мой тебе совет. Плюнь на этот дом охотников. Если ты не Карха, тебе тут ничего не светит. В дом охотников принимает только Карха? Нет, вступить могут все. Но порядок там такой, что чужаку наверх не пробиться. Когда к власти пришел Ават, он пообещал открыть меридиан для всех. Но это ложь. К столу-то тебя пускают. Только вот есть не дают. А чем плох дом охотников? Все они там спесивые ханжи. В Бануре меня знают как умелого охотника. Вот я и решил попытать удачи.
Все же просто. Охотитесь, состязаетесь, все на равных. Но у этих все не так. Первым у них может стать только Карха. Вот уж не им учить меня охоте. Я домой. Кому-то надо их немного встряхнуть. Можно, но это буду не я. Если соберешься, будь добра, не забудь оставить им за меня прощальную метку Банук на память. Прощальную метку Банук? Это как? Отлить на пол. И желательно в таком месте, где лужу не найдут, пока она хорошенько не завоняет. Ладно, о чем поговорим? Ты странница, что хорошо, но ты нора, что, конечно, плоховато. Ты тоже боишься руин предтеч, как твои соплеменники? Нет, хотя руины опасны. Тогда ты могла видеть то, что я ищу. Не встречала ты необыкновенные сосуды, щедро украшенные символами предтеч. Они выглядят как полый цилиндр, с ручкой в виде полумесяца на боку. Я с удовольствием отдам тебе любой товар за набор из 4 таких сосудов. А в каких обрядах их использовали? Я убежден, что эти сосуды применялись все вместе, в наборе. Есть версия, что они были нужны для чайных церемоний, или что их наполняли благовониями и священными маслами. Но я считаю, что эти сосуды использовались в ритуале бритья бороды. Один для воды, а другие для притираний всяких. Каждое снадобье в своем сосуде. И каждое наносится на лицо в церемонном порядке. Как это было величественно! Но в каком сосуде что? Я должен знать, нужно продолжать изыскание. А может, люди из них просто пили? Из такой утонченной посуды? Что за чепуха? Да-да, скорее, меня ждет работа. Отправляйся на охоту. И непременно пошарь в руинах. Сильная и опытная. Да. Нам есть что обсудить. Мне казалось, что толстуха была где-то здесь.